Наравне с обычными праздниками существуют и достаточно необычные. Так, с 2016 года 15 мая отмечается День лака-маньяка. Именно представительницы прекрасного пола, увлеченные маникюром и коллекционированием лаков для ногтей, стали создателями этого праздника. Увлеченность девушек оценили многие бренды-производители, начав выпускать именные лаки в сотрудничестве с лакоманами. Многим это хобби подарило хороших друзей, некоторым новую интересную работу. Но главное, что получают лакоманьяки, это эстетическое удовольствие и настоящий праздник цвета в любое время. В честь этого праздника предлагаем вам познакомиться с трендами маникюра 2017 года. Сияние и блеск. Внутреннее сияние и сложный блеск – уверенные тренды нового сезона. И поэтому стоит уделить особое внимание стилю «кошачий глаз». Модный нейл-арт «кошачий глаз» повторяет окраску камня «кошачий глаз» – яркий, темный и с просветом. На следующем по популярности месте стоит зеркальный маникюр. Так называют несколько видов дизайна. Этот вид покрытия имеет и другое название – голливудский зеркальный дизайн. Такое покрытие имитирует зеркальную или гладко отполированную металлическую поверхность. Стразы и блестки. Любительницы роскоши и арт-деко вряд ли смогут устоять и не сделать себе маникюр со стразами или жидкими камнями. Стразы знакомы каждой девушке. Это маленькие имитации драгоценных камней. А вот технология под названием «жидкие камни» является довольно новой для модниц. Хотя сделать такой модный маникюр можно даже в домашних условиях. Не обошли стилисты и внимание маникюр с блестками. Интересный дизайн получается в том случае, если блесток мало и они правильной формы. Создается ощущение, что к ноготкам прилипло несколько праздничных конфетти. Цвет и форма. Модные веяния диктуют четкость линий, короткую длину, асимметрию, градиент, необычные силуэты, улыбки и лунки. Вместо того, чтобы ломать голову над разными вариантами дизайна, все это можно совместить в одном – маникюре на геометрическую тематику. Наибольшую популярность сейчас приобретает сегментирование ногтя. Свадебный дизайн. Одним из основных трендов можно назвать естественность, поэтому попробуйте сделать себе нежный нейл-арт в естественных тонах. Классический дизайн для свадьбы – это белый маникюр для невесты и розовый или бежевый нежный нейл-арт для всех остальных прекрасных девушек. Однако бежевый маникюр не является нарядным или праздничным сам по себе, поэтому имеет смысл сочетать его с разнообразным декором. Выбирайте маникюр под свое настроение и отмечайте праздник всех модниц – День лака-маньяка.